Всем привет! Сегодня у нас 7 мая 2022 года, и как вы можете наблюдать, я опять вышел в лес на тихую охоту. Значит, собираю грибы я в Ивановской области. Что скажем по погоде? Сегодня у нас было ночью минус 2 градуса. Сейчас пока шел до места, шел небольшой снег. И, значит, вот дойдя до своих мест, где обычно я собираю грибы, я опять один сегодня, вы можете посмотреть, я нашел первые грибы. И это у нас попались опять строчки гигантские. Смотрите, он стоит. Первый строчок загорелый такой, большой, гигантский. И вон там еще один. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек. И смотрите мою сегодняшнюю тихую охоту. Вот он, первый красавец. Также, пожалуйста, кто не подписан, подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Ну и, конечно же, напишите любой комментарий. Так, первый. И вон там, смотрите, под веточкой спрятался еще один строчочек гигантский. Ай-яй-яй, вот это находка. Не успел зайти, и такие уже два красавца. Ну, будем надеяться, что сегодня будет такой же результативный итог, как и в предыдущие грибалочки. А я сейчас их почищу и продолжаю идти дальше. А вот этого строчка чисто случайно заметил. Спрятался тут, прикрылся у елочки. Вот такой светленький строчочек. Продолжаем гулять по лесу. Дошел до места, где на прошлой тихой охоте я нашел два строчка гигантских. И смотрите, что в этот раз опять мне попалось. Сразу видно такой, смотрите, беленький строчок. Сейчас мы его аккуратненько достанем. Под ножик доставать. Какой белоснежный. Дальше. Видать, вот этого я пропустил. Не заметил. Спрятан. Листвой был. Ну, конечно, подрос за это время. О, какой. Опять такой светленький. Так, два. Дальше смотрим. Где я тут видел? Ага. Вот смотрите, маленький. Его мы оставим. Дальше. Еще один маленький. Тоже оставим. И вот где-то здесь еще один был. Да, вот этот крупнее. Этот мы возьмем. Вот, грубо говоря. А он еще. Нет, посмотрим. И вот еще рядом с ним, смотрите, растет один. Так что строчки гигантские продолжают расти. Здесь можно будет сейчас внимательно еще посмотреть. Могут быть еще. Эти пока почищу. И потом еще раз посмотрю разочек в этом местечке. Ну и следом за теми строчками гигантскими, смотрите, еще попались. Это у нас первый. Буквально метров 10 отошел. Это у нас маленький оставим. И вот здесь вот еще один. Идет снег, собираю грибы. И вот еще. Это тоже можно взять. Вот еще два грибочка отправляются ко мне в кузовочек. Да, погода просто жесть. Сегодня ночью было минус 2 градуса. Вот сейчас идет снег. Тепло, настоящее весеннее, никак к нам не придет. Ну что, друзья, я продолжаю гулять по лесу. А вы смотрите, что у меня попадается на сегодня. И еще один строчок. Заметил на солнышке своей темной шляпку выдал себе он. Продолжаю гулять. Грибочки попадаются. И еще, смотрите, два строчка мне попали.
Это первый. И буквально метрах в двух. Я думал, что один еще, а тут оказывается три. Вот еще крачочек. Возьмем тоже его. И третий ближе к воде спустился. Видать, уже не хватает влаги грибам. Вот три строчка попались. Ну и буквально в метрах в 20 еще один строчочек попался. Все пока что. А, вот смотрите. Еще вон они. Эти я оставлю. Вот маленькие. Два строчка. Это, кстати, раздавленный, как будто кто-то наступил, может. Что, пойду дальше? Так, ну наконец-то попались опять очередные строчочки. Ну, небольшие. Вот этот возьму. Тут даже три штуки сразу. Вот этот возьму. И еще он там, смотрите, спрятался. Даже вот еще около корзинки у меня стоит один. Тоже его оставлю. Вот он. Пока у меня столько. И вон там, смотрите, еще один стоит. А может быть и не один. Да, тут два вроде их. Сейчас подрежем, посмотрим, сколько. Вот такой еще. Вот считай. Два строчочка можно взять. Три оставить. Ну что, продолжаю путешествовать, уже двигаюсь в сторону дома. Вот какие два дружных брата. Строчка гигантских стоят. На солнышке греются все загорелые. Первый и второй. Могут быть еще. Сейчас еще внимательно посмотрю в этом месте. Место перспективное, солнышко. Могут быть еще. Ну вот, как я и говорил, что могут быть, в принципе, еще рядом. Это буквально метрах в трех. Шишечки. Спрятались они тут. Вот еще три строчочка. Вот этот я возьму. Этот возьму. А этот маленький оставлю. Еще сейчас покружу здесь. Могут быть, в принципе, еще. А, он еще стоит, кстати. Смотрите. Внимательно. А, да это не один. Вот стоит. Можно взять. Вот стоит. Тоже возьмем. Сейчас покручусь, посмотрю. Могут быть замаскированы еще где-нибудь. Так, сейчас пока почищу их. Вот так наполняется потихонечку моя лукошечка. Ну вот еще один. Это просто бомбически. Рядом же с теми. Это прямо гигант. Настоящий гигант строчок. Вот он какой тут спрятался. Опа. Сейчас мы его аккуратненько срежем. Греет тут на солнышке. Вот какой, смотрите. Настоящий гигант опять попался мне. Надо внимательно здесь еще посмотреть. Место перспективное. В этом месте по осени мы собираем осенние опята. Я же сказал вам, что могут быть еще. Вот и еще один, смотрите, стоит. Тоже такой загорелый. На солнышке.
Загорает. Вот он. Сейчас еще здесь покручусь. Так, залез на поваленное дерево и вот заметил, сколько тут. Раз, два, три, вроде четыре строчка. Сейчас мы к ним подойдем. Вот, друзья, такое место найти и, грубо говоря, корзину наберете махом. Так, ну что, давайте начнем вот с этих. Так, первый под ногой у меня. Вот он стоит. Раз. Второй маленький. Дальше уже такие хорошего размера. Третий. И четвертый. Ну что, шикарно зашел. Место, где обычно мы собираем осенние опята. Сейчас почищу их. Ну что, продолжаю идти дальше. Вот такой нашел я скрон. Охотники, скорее всего. Грибы-гиганты из леса не отпускают. Опять шел в сторону дома и попались. Смотрите, какие красавцы. Это просто бомбические гиганты. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, какой красавец. Я думаю, такой один и полная корзина. А тут, наверное, два. Он двойной, наверное. Да, вот он какой, смотрите. Шикарный. И вон там, смотрите, еще будет один. Один, да, тут их два было. Сейчас я их возьму. И вот здесь, смотрите. Еще один такой шикарный грибочек. А у меня была мысль-то вон пройти туда, где солнышко. Попробуем пройти, посмотреть, есть ли там чего у нас. Вижу маленький. Оставим его. Вот маленький растет. Оставляем. О, друзья, смотрите, я сказал, что не прогадаю. Этот можно взять. Посмотрим с той стороны. Потому что строчки, они как раз любят вот такие места, где солнышко сейчас прогревает. Птичка поет. Что, пойду дальше. Так, ну что, еще один. Кручусь в этом месте. Внимательно. Вот стоит на пригорочке. Сейчас как раз мы срежем в нашу корзиночку. Лишнее сразу срезаем побольше. И у вас гриб практически чистый. Никакой земли никогда не бывает. Так что режьте его всегда побольше. Чего, покручусь еще. Могут быть здесь место перспективное. Как я и говорил до этого. Сейчас посмотрим, может быть, в прямом эфире с вами найдем еще один. Сыровато. Сюда зайдем. Может быть, здесь краешку. Сегодня хожу совсем в другом месте.
по краешку сейчас посмотрим. Может быть и найдем. Пока что-то нету. Да, там уже... А, нет, как нету? Есть, друзья, я сказал, найдем. Вот вам и строчочек. Смотрите. Совсем хорошенького размерчика. Еще пройду здесь чуть-чуть по вырубке. Вот он. Вот такая корзинка у меня уже. И очередной у меня опять строчок гигантский. Вот такой он, темненький. Иду дальше. Так, ну на этом я свою тихоохоту на сегодня буду завершать. В лесу было не более 2 часов. Грибы попадаются. Что могу сказать? Гриба, мне кажется, становится чуть поменьше, так как очень сухо в лесу. У нас не было дождей более месяца. И в свою очередь хочу сказать, что собирайтесь в лес, грибы растут. Кому понравилось данное видео, ставим лайк, подпишитесь на наш канал и не забудьте поставить комментарий. Для нас это будет самая главная мотивация и поддержка от вас. Все, всем пока, до новых встреч на нашем канале. Всем привет! Рады снова приветствовать вас, наши дорогие подписчики, друзья и просто гости нашего канала «Тропа грибника». Сегодня у нас 9 мая 2022 года. И мы хотим поздравить вас всех с этим прекрасным днем, Днем Победы. Пожелать вам здоровья, удачи и чтобы фашистская нечисть никогда больше не ступила на нашу землю. Еще раз вас поздравляем с этим великим праздником. А мы решили с утра отправиться в лес. Посмотреть, растут еще строчки гигантские или уже они отошли. Может быть, появились какие-то новые грибы в лесу. И нам несказанно повезло. Мы нашли целую семейку. Прям под сухой травой на поваленных деревьях. Это вот их излюбленные места. Как мы уже могли заметить во время сбора их. Давайте посмотрим, какие прекрасные. Это гигант, да? Да, гигант нас радует сегодня. Это просто, просто гигант, да. Я думаю, сейчас сразу дно корзины. Смотрите, смотрите какой. А нога какая. Корзиночка поближе поставь. Смотри, там еще три. Сейчас покажем всем, да, все грибы. Вот здесь, смотрите, сразу 3 гриба сразу. Но они немножко поменьше предыдущего. Все же. Вот тоже прекрасный сморчок. Кстати, мы все... Это строчок. Ой, строчок. Да путаюсь я постоянно. Как мы сегодня, сейчас идем, сосед спрашивает. Ну что вы, за сморчками? Да, за строчками гигантскими просто принято. Вот на самом деле все их зовут. Хотя в наши планы сегодня входили найти строчки конические и сморчковую шапочку. Но, увы, где вот мы планировали, что они есть, их там нету. Ну ладно, мы только зашли в лес, может быть, повезет. Смотри, какой формы необычные, да? Вытянутые. Это 4-й уже? Да. Сегодня у нас ветрено, но на улице тепло. Градусов 20. И вот начинаются у нас гиганты. Смотрите. Добраться. Просто бы. Бомба. Да не а не строчки. Так, подожди-ка. Подожди, какой. Это ага. Все один. Все один. У него вот одна нога. Ножка, видите, у него белоснежная. Он на солнышке он. Блять. Темненький, подогрелся, подрумянился. Отжарился. Птички поют. Кстати, очень вкусный суп. Пробовали первый. Мы готовили, да. Нам очень понравился со сливками. Ароматный. Рекомендую. Мы как-то раньше все их жарили. И еще один, смотрите, какая у него нога. Ай-яй-яй-яй-яй. Интересно, вот сколько времени он здесь рос, чтобы вырасти таким, да? Да.
Подожди, ну-ка. Даже не хватает руки. Покажите-ка. Вот это строчок, друзья. Просто бомба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Красота. Грамм 200, ты 50 хороших весит. Ну что, чистим и идем дальше. Он практически чистый, смотрите. Угу, да, ножку только чуть сниму и все. Угостим сегодня соседей. Обязательно в честь Дня Победы. Вон какая. Все, покажи, что там в корзинке у тебя. Супер. Так вот уже, смотри. Одно, с одного места, и вон уже. Корзину дно покрыло. Все, я тебе ее отдаю, будешь ты носить. Хорошо, давай. Идем дальше, друзья. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек. Можно и покрепче в честь праздника. Не забудьте поставить лайк, обязательно комментарий. Для нас очень важна ваша поддержка, так как мы канал новый. Ну и все, приятного просмотра. И вот, смотрите, буквально метрах в 20 тоже у поваленной березки еще один строчок гигантский. Тоже такой загорелый у нас. Ножка белая. Сейчас мы тут его почистим. Лишнее срежем, чтобы у нас был только чистенький грибочек. Вот такой отправляется наш кузовок. А мы продолжаем гулять по лесу. Так, зашли мы чуть поглубже. И смотрите, у нас просто шикарная находочка, друзья. Просто шикарная. Издали заметил такого красавца. Вот он стоит. Ой-ой-ой, какой красивенький. Ну-ка. Вот он. Ну какой. Смотрите. Но это не все. Здесь еще стоят. Сейчас вам покажу. Смотрите. Еще один. Поменьше. И в метре третий стоит. Так что три строчочка в одном месте. Зашли чуть в другое место, вглубь леса. Срежешь, Олесь? Да. Ну что ты скажешь? Нога какая, да? Нога шикарная, большая, смотри какая. Слезай прям побольше, да, чтоб. Вот. Легче было чистить. И дома только, считай, разрезал на маленькие части, да? Ну да, помыл. Помыл, отварил. Вскипятил, промыл. Хочешь суп, хочешь жарь. Сметане с лучком, ну, вкусно. Так, давайте. И вот два еще. Эти чистенькие. Продолжаем прогулку? Продолжаем. Поехали. Смотрите, какую очередную прекрасную поляну мы нашли. Один грибочек. Вон какой красавчик. Сейчас собираем их прямо в одном чистый вот еловый лес. Не, ну береза-то рядом. Береза лежит? Ну да, береза. А, кстати, вот еще один, смотри. Маленький. Да, проходила не заметила. Вот два. Кстати, вон там, смотрите, тот шалаш, который я был в предыдущий, нашел. Так, второй у тебя. Палочка прижала, вот немножко вывернула его наизнанку. Ничего страшного. Ну, конечно. Просто интересно, видишь, как вот у него шляпа и ножка все перемешалось. Что, помоется, почистится, все отлично будет. Так, это уже получается третий, да, у нас? Это третий, да. Красавчик. В этом месте я в тот раз тоже находил. Да? Ой, какая нога прям белоснежная, чистая вся. Вот какой. Смотри. Шикарный просто. Так, и еще один. Я думаю, если еще внимательно посмотреть, то могут быть еще. Ну, считай, четыре строчка. В одном месте. Раз, два, три, четыре, да? Четвертый, да? Четыре, да, полянка. Четыре штучки. Вот тоже. Ну что, посмотрим, еще здесь пройдемся. Давай, да? Внимательно посмотрю я.
Вот этот шалаш охотников. Так, вот еще у нас одна замечательная находочка. Теперь все тебе стали попадаться. Ну да. Все, говорит, мне что-то не попадается. Да. Один за одним. Много, чтобы было равновесие. Такая прям ножка белая, да? Да, он такой весь, как бархатный. Сейчас. Ножка прям свежий, белоснежная. Он такой. Два вместе, видишь, рядышком росли. Вот и еще один красавчик тоже. Еще три. Грубо говоря, считай, там четыре было. Здесь 3-7 штучек. Ну все. Достаточно на небольшой территории это, да? Ну, 20 метров, наверное, тех. Угу. Он какой. Красивый. Красивый, да. Пахнет вкусно так. Деревом прям. Ну что, продолжаем нашу прогулку по лесу. Смотрите, какую прекрасную очередную поляну строчков гигантских мы нашли. Просто радости вот грибника нет предела. Такую красоту встретить. Какую мы ты нашла опять? Ну, все равно мы же вместе вышли на тихую охоту. Я сначала расстроилась, что я ничего не нахожу. А тут лес, наверное, решил, пусть она уже не плачет. Да? Да. Покажем мы ей путь грибной. Смотрите. Раз. Красавчик. Следующий под листочком. Так. Два, да? Да, вот этот возьми, а то я чуть... Чтобы не растоптать. Я вроде чуть даже... Наступил, да? Чуть, ну ничего страшного. Ну ладно, я тебя прощаю. Три. Это уже такой шикарный. Вот видите, на солнышке вот он стоит, не прикрыт ни листиком, ничем. У него уже другой цвет, вот такой вот загорелый прям, шоколадный, да? Отличается. Ну, заметно, от тех грибов, которые в тени, там, под листиком растут. Но это тоже строчок гигантский, не надо путать его со строчком обыкновенным. Это съедобный, вполне безопасный гриб. Просто загорел на солнце. Это 4 уже, смотри, еще тут сразу. Да-да. 3 тут сразу. Вот они, да. Семейка. Пятый. Тут еще, смотри, стой. 6-й, 7-й, под ёлочкой 8-й. Тут у меня вообще... Ну, ты нашла. Да. Это чтобы я не расстраивалась, не огорчалась. Ты вон сколько нашел, я ни одного не находила. Видать, грибников здесь не было, да? Наверное, да, просто не проходили. Это тут какой, 7-й, да? Я уже сбилась, я еще туда 7-й. Давай, вот этот 8-й. Под елкой. Сейчас еще многие грибники сменили профиль, стали дачниками, поэтому, наверное, никого в лесу нет. Вот такой красавец. 8-й. Вот. Да, тебя не было? Нет, по-моему, нет. Вон еще два. Да, вот они. Это уже 10 получается. Ну, какая тяжелая уже корзина. Да, достаточно тяжелые грибы. Могут быть, в принципе, еще. Так, вот еще под елкой вот там большой. Мне кажется, это вот это... такой начальник строчковый. Да? Этот гигант. Это просто... Ну-ка, покажись. Это вообще лох какой. Какая красота. О. Смотрите. Ну, обалдеть. А пахнет как вообще великолепно. Клади. Да. Могут быть еще здесь. Давай внимательно посмотрим. Давай. Смотрите внимательно. Ну что? О, смотри. Нашел, да? Да, еще у елочки. Ой, один. Слушай, да, смотри, какой тоже загорелый прям, да? На солнышке, наверное. Тоже большой, смотри, ёлка, какой. Ёлка, колючка какая. Вот это да. Ну-ка, покажись-ка опять нам его. Сейчас, сейчас. Конечно, не сравнить с предыдущим там начальничком строчковым, но... Вот это тоже да. Тоже хороший.
Вот такая картинка, друзья, у нас. Не, ну это вообще, да? Да. Всем начальникам начальник. Сморчковое начальство. Надеемся, что все же сегодня у нас пройдет дождик, а то очень сухо. Все нам обещают, обещают, пугают, пугают дождем, и никак он к нам не придет. Может быть еще, сейчас еще внимательно посмотрим. Так, а вот очередной красавец Сережа нашел. Как я и сказал, что должны быть где-то тут рядом еще, буквально метров в пяти. Еще один гигант. Какая у него прям шляпка. Смотри. Мясистый. Сегодня пока большие, смотри, но стали много попадаться. Но здесь мы не ходили ни разу пока в этом году. Ну не зря зашли, смотри, какие все гиганты попадаются. Идем дальше. Ну что, на этом будем нашу сегодняшнюю охоту завершать. Набрали полную корзину прекрасных строчков гигантских, чему безумно рады. Потому что мы думаем, что грибы все же потихонечку отходят. Одна пора сменяет другую, поэтому мы довольны сегодняшним походом в лес. Вот. Чего и вам желаем, собирайтесь, ищите грибы, находите. Получайте удовольствие от общения с лесом, с природой. И еще раз хотим поздравить вас с великим днем, с Днем Победы. Счастья вам, здоровья, любви и мирного неба над головой. Все, кому понравилось данное видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на наш канал. И всем пока-пока. До новых встреч. Всем привет! Рады снова приветствовать вас, наши дорогие подписчики, друзья и просто гости нашего канала «Тропа грибника». На календаре середина мая, и мы снова в лесу. Стоит прекрасная погода, и сидеть дома просто невыносимо. Поэтому мы снова пошли в лес в поисках грибов, строчков гигантских. И как вы можете видеть, нам повезло. Грибы растут, достигли уже таких на самом деле гигантских размеров. Смотрите, какой красавец! Просто гигант, сразу первый гриб, и какой. И какой, да. Чей. Экземпляр аж скрипит, слышите? Ножка белоснежная у него, смотри какая. Вот он. И еще один, да, ты нашла рядом? Да, еще один. Ну, он маленький, по соседству с ним. Я даже не знаю. Это мы оставим, это мы оставим. Да, пусть так подрастает, в следующий раз придем в лес, да, порадуемся его размером. Ну а вы, друзья, пока усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек, не забудьте поставить лайк, подписка на наш канал, кто не подписан, ну и продолжайте смотреть. Всем приятного просмотра, а мы пошли дальше. Ну чего, у тебя опять очередная находка, что ли? Да, да, вот. Где? О, как спрятался у елочки. Да. У елочки. Видишь, на поваленном-то стволе дерева. Да, да, да. Все да, как да, положено. Ой, чистый какой, блин. Смотри. Что, продолжаем гулять по лесу? Ой, да, да, да. Погода хорошая. Только ветерок изредка поддувает. Так, смотрите, вот за тем красавцем нашли еще одного. Спрятался, как падает. Да, смотри, под корой. Корой прям сидит. Сейчас мы его вытащим. Красавец. Птички поют. Красота. Небольшой дождик прошел. Постояли мы под елкой. Пойдем дальше. Решили пройтись по своим старым местам, где мы обычно собираем строчки гигантские в середине мая. И не напрасно. Все-таки они растут. И это говорит о том, что они, ну, растут годами в одном и том же месте. Не мигрируют никуда. Давай так, показывай, что ты нашла тут. Растут в своих излюбленных местах. Вот, а тут смотри, тут их даже четыре. Четыре? Смотри. Вижу, четвертый нет. Давай, давай, собирай вот это. Так, вот первый уже семейками стали попадаться. Уже попадается не по одному. Первый. Сейчас, подожди. Так, вот он. Первый красавчик пошел. Смотри, второй оставим. А, вот этого вообще оставим, не видела, да? Да. И этого тоже малыша можно. Ставим. Да? А вот этого, этого берем. Как под листьями сливаются, не видно.
И вон там сейчас сзади тебя, в метрах, наверное, в трех, да? Да, еще два красавца. Еще два строчка гигантских. Причем их в таком количестве в этом году, да? И продают вот на базарчике грибники. Каждый день ходят в лес за ними. Пойдем к тем. Год урожайный. По крайней мере, на строчок гигантский, да? Пока. Так, пока вот они, да. Прямо, да. Здесь осины у нас. И вот смотрите, какие. Давай сначала большого достанем, да? Давай большого доставай. Это уже настоящий гигант. Полностью сейчас соответствует своему названию. Сейчас пройдем еще чуть влево. Как раз где обычных много, смотри, попадает. Какой. Ну, красавец. Да. Так, и вот еще под листвой. Срезай его. Ой, под веточками. Так уж он тут спрятался, да? Да, местечко себе нашел. Он прям врос, видишь, на палочку. Вот, между. Рогатка целая. Да. Между рогатки, видишь, он как пророс. Интересно. Сейчас мы его аккуратненько достанем. Так, ну вот. Идем отличная дальше. Отличная находка у нас. Продолжаем, да? Гулять. Старые места не подвели. Ищем, ищем. Смотрите, а вот и следующие красавчики. Растут, радуют нас. Да, Сереж? Да, пойдем дальше. Первый. Второй. Прям вот прям на этом, на корне растет. Где там третий еще так, был? Так, и третий. Сейчас пойдем за вас. Могут быть, я думаю, тут еще место такое. Тоже. Ну вот и третий. Не очень, конечно, выдающихся они размеров, но самое вполне, то. Да, пригоден для того, чтобы его положить в корзинку. Вот таких. Три штучки. Да, в одном месте. Птички поют. Так, ну вот, потихонечку наша корзинка наполняется. Еще один красивейший. Вон какой. Строчок гигантский. Покажи, что у тебя тут. Давай, уже. Давай, похвастайся. Ну, дно уже покрыли. Да. Ходим буквально минут, наверное, 10-15 по лесу. Грибы практически на каждом шагу. Ну да, еще учитывая то, что мы постояли под елкой, пока шел дождь, наверное, минут 10, да? Да. Прятались от дождя. Потом вот дождь прошел, хорошо, стих ветер, солнышко вышло. Ну что, идем дальше. Так, ну что, двигаемся уже в сторону дома. Вот еще один строчок гигантский. Прошли там небольшой участок леса, грибов вообще не было. Как у тебя? Покажи. Так вот какой. Такой светленький. Красивый, да. Будем надеяться, что еще нам что-то попадется сегодня. Птички поют. Сегодня пошли поздно, время уже, наверное, около 6 часов вечера. Ну, на этом нашу сегодняшнюю тихую охоту мы будем завершать. В лесу были не более часа. Грибы попадаются, но уже становится все с каждым разом меньше и меньше. Так что будем надеяться, что скоро пойдут уже другие грибы, подберезовики. Значит, кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на наш канал Тропа Грибника. И до новых встреч. Всем пока-пока. Всем привет! Сегодня у нас 22 мая 2022 года. И как вы можете наблюдать, я опять вышел на тихую охоту в лес. Собираю грибы я в Ивановской области, город Иваново. Сегодня у нас ночью было минус 2 градуса. До этого было пару дней шли дожди. Погода никак не наладится. Днем стоит не больше плюс 10 градусов. Зайдя в лес на перспективной точке, я хотел опять сегодня пособирать строчков гигантских. Я обнаружил, у нас начали расти сморчковые шапочки. Смотрите, сейчас буду здесь внимательно ходить. Вот первая шапочка. Рядом еще одна. И вот здесь вот третья. Начало положено. Сейчас здесь еще внимательно похожу. А вы усаживайтесь поудобнее. Наливайте чаек, кофеек.
Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь обязательно, напишите любой комментарий под видео. И всем приятного просмотра. Как я и говорил, что они обычно растут не по одной. Вот смотрите, еще одна шапочка. Следом вторая стоит. Дальше третья. Пока три опять. Место я это запомнил, забил точку в телефоне. Теперь будем знать, где растет у нас шапочка. Так, а это у нас что такое? Это, скорее всего, у нас морчковая шапочка. Да, продолжаем идти дальше. Ну вот, буквально метрах в 30, смотрите, еще попались мне строчки. Этот спрятался под упавшим деревом. Вот он. Сейчас я его почищу. И вон там стоит еще один. Буквально в метре. Вот там. На мху сухой уже мох. Еще один. Что, продолжаю гулять дальше по лесу? Чуть-чуть сменил место. Вот попался строчок опять. Гигантский. Вот строчок маленький тоже. Вот это находочка, друзья. Смотрите, решил подойти ближе к краю болота. И вот здесь попались мне, смотрите, какие золотистые шапочки. Три. И вот четвертая. Сейчас еще здесь похожу. Место хорошее, болотистое. Так, гулял долго по лесу. Ничего не нашел пока после тех морковых шапочек. И вот перешел в другое место. Смотрите, вот стоит строчок гигантский. Выдал себя. Он там стоит один. И он там. Три строчочка нашел. Сейчас их аккуратненько срежем. Первый. Следом. Второй. Вот уже два. И вот третий уже такой. Хорошего размера строчочек. Вот три грибочка нашел. Сейчас, кстати, пока переходил с одного леса на другой, решил посмотреть на штаны и нашел одного клеща. Так что будьте аккуратнее. Хотя препаратами от клещей я опрыскиваюсь каждый раз в лес, когда заходя. Так, ну что, продолжаю гулять по лесу. Погода позволяет, солнышко светит, птички поют. Смотрите, у меня очередная находка строчков гигантских. Этот забыл включить камеру. Второй. Так, дальше. Где-то тут были еще, я видел. Они, как я и говорил, очень любят поваленные березы. Дальше. Я пройду. Интернет появился. Здесь у нас гигант. Это достойный экземпляр, смотрите какой. О, хорошенький. Три уже, значит. Дальше. Еще где-то были. Ага, вижу. Вот четыре маленькие. Его оставим. Вроде был еще где-то один. Уже собрался уходить с этого места. И солнышко выдало очередного строчка у нас гигантского. Вот он,
А там еще остался, ну оставим. Так что 5 строчков в одном месте. Могут быть еще, сейчас еще внимательно посмотрю. Ну какой стоит на солнышке. О, чистенький весь. Сейчас побольше срежем. И в кузовочек его положим. Вот так, пока я наковырял грибочков. Ну, вполне достойно, я считаю. В лесу гуляю часа полтора пока. Ну что, друзья, у меня очередной гриб. Забыл вам сказать, когда предыдущий гриб собирал, я перешел в то место, где 30 апреля собирал строчок гигантский. И смотрите, они опять здесь наросли. Иду вдоль дорожки вырубки. Вот еще второй буквально рядом. Так что продолжают расти на тех же самых местах грибы. Правда, уже все как вон заросло травой. Так, ложим очередной гриб в кузовок. Продолжаю идти дальше. Ну, а вот эту еле заметил, шел по дороге. Вот он тут стоит, светленький такой. Вон такая дорожка у меня идет. Метров через 500 выйду на основную дорогу. Так, ну и очередной строчок. Почему-то пока не попадают у меня сегодня по одному все. Редко было, когда 5 штук я находил. А вот, наконец-то, мне попались гиганты. Уже такого хорошего размера строчочки. Смотрите, сейчас я их аккуратненько достану, срежу. Это первый у нас. Дальше идет. Это здесь маленький я видел. Не наступить бы. А вот он спрятался. Смотрите, спрятан под листвой второй. И вот третий. Вот. Три грибочка нашел, перешел в еловый лес. Сейчас здесь чуть покружусь, посмотрю. Вот как спрятался между корней деревьев. Очередной строчочек. Что, посмотрю здесь. Сейчас здесь еще могут попасться. Место перспективное. Как я вам только что сказал, что место перспективное. Вот буквально метрах в 5. Смотрите. Еще один стоит. И вон там в корзиночке еще один строчок спрятался. Так что грибы меня сегодня опять не подводят. Продолжают расти. Вот такая корзинка. Уже двигаюсь в сторону дома. А вот это уже достойный экземпляр. Хороший, смотрите, какой. С мою руку практически. Точнее, с кулак. О, какой. Так что грибы, смотрите, продолжают расти. Чистый какой весь. Сейчас того гляди, уже целые будут вываливаться. Ну что, продолжаю гулять, двигаюсь в сторону дома. Так, ну что, смотрите, у меня опять очередные гиганты попались. Первый. Оставим его здесь, у корзинки. Следом. Второй. Поменьше. Вот он. Там еще один гигант, смотрите.
Вон как спрятался под маленькой елочкой. Его и не видно тут. Настоящий гений маскировки. Вот он. Вот три строчочка попались. Вот какой маленький строчок растет на пне. Не знаю, вырастет, не вырастет. Попробую в следующий раз дойти до этого места и посмотреть, что с ним будет. Вот издали заметил, желтая шляпка стоит. Скорее всего, это строчок опять. Да, очередной строчок. И молодой при том, что видно. Сейчас мы его аккуратненько срежем. Вырву. Вот такой строчочек. А вот смотрите, тоже съедобный гриб. Точное название данного гриба я не помню. Сейчас всплывет всплывающее окно. И я напишу, как называется данный гриб. Смотрите, сколько его. Вот. Вот опять же. Вон, с этой стороны. Давайте подведем итог моей сегодняшней тихой охоты. Как вы можете видеть, практически полная корзина грибов я насобирал. В лесу был не более 3 часов. Если задаться целью, то можно было бы и добрать корзину доверх. Но мне столько грибов на сегодня хватит. Что скажу по грибам? Попадались сегодня сморчковые шапочки, нашел я. Также трачки гигантские. Так что грибы растут. На этом данное видео я буду завершать. Все, кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на наш канал, задаем интересующие вас вопросы. Вот это шикарная находка, друзья. Смотрите. Сморчок конический. Ничего себе. Вот это сегодня мне повезло. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще один. И вон еще один. Вот это фортуна. Фортуна мне сегодня улыбнулась. Смотрите-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие грибочки. Сейчас здесь я похожу, внимательно посмотрю. Ой, таких грибов я никогда не собирал. Ну, как говорится, всегда что-то бывает в первый раз. Сейчас внимательно здесь место еще изучу, посмотрю. Всем привет! Рады снова приветствовать вас, наши дорогие подписчики, друзья и просто гости нашего канала. На календаре конец мая, и мы решили в очередной раз посетить лес. Но сегодня это совершенно новый для нас лес. Мы отъехали от города, ну, буквально 30 километров, и решили остановиться прям вот, ну, совершенно в незнакомом для нас месте и пройти посмотреть, растут ли здесь грибы. И к нашему удивлению, грибы здесь тоже растут, и вам попались строчки гигантские, прям вот мы не успели зайти в лес, и вот такая чудесная находка. Тут не один, смотрю, да, их? Да, не знаю, давай, может, собирай. Как будет дальше, но лес нас встретил... Корзинку возьми. Грибами. Грибами, да. В этом году что-то удивительное творится. Конец мая, а строчки гигантские все продолжают расти. Я думаю, это связано с тем, что достаточно прохладно. Ну да, у нас вот... В этом году май как никогда прям. У нас, считай, были тут морозы, снег недавно шел. Но сегодня вроде чуть потеплело. Так, смотри, сначала увидели 4, а я присела, и прямо вот под этой рогаткой еще один. Да, тут могут быть они... Смотри, потому что они молодые, да, еще? Ну да, и растут. Грибы растут. Это уже самый большой, да? Ой, да, прям такой большой. Вон какой. Сейчас немножко чикнем. В лесу хорошо, тихо. Птички поют. Да, еще бы начало бы теплеть, было бы совсем замечательно. Ну, вот какой, смотри. Прекрасный гриб. Ну, вроде передают, что на следующей неделе.
придет потепление. Это, так, смотри. Вот, вот, под веткой. Да, да. Спрятался как. Листьями укрыт. Это гений маскировки. Да. Сотого уровня. Смотри. И сразу тот режь. Ну, плотные все хорошие грибы. Так, еще где-то, а вот и там. Вон там еще один был. Клади. Спасибо. И вот еще один небольшой строчок. Прятался под ветками. Ну, до него доберемся. Но мы его нашли. Так, и того, сколько у нас получилось на полянке на этой мы собрали? 6 штук. 6 штучек. 6 грибов. Так что, друзья, надеемся, что грибалка у нас будет сегодня удачная. Вы присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек. И приятного просмотра. А мы продолжаем гулять дальше. Ну что, у тебя очередной гриб? Да, и причем смотри, как интересно. Видно, ранее кто-то срезал, да? Видишь, здесь нет гриба. А вот прям рядышком вырос новенький строчок. Прям чудо в этом году, как долго они растут, да? Считай, конец мая. Да. А они все растут и растут. Ну чего там у тебя ты нашла? Да, вот смотри, какую красоту нашла. Вот мои какие тоже. Да, вот это что интересно, тоже гриб какой-то? Нет, наверное, какой-нибудь цвет. Типа гриб мха. Да, наверное. Так, что тут у тебя, давай. Вот смотри, какие красавцы. Раз, два, три. Вот третий маленький совсем, я даже трогать его не буду. Вот эти, ну, 5 штучек полноценных таких грибочков. Давай, Сережа. Как растут, интересно, да? А, смотри, вот еще раз, вон, два, еще вот, да, 3. Прям дерево покрыто мхом, и вот они здесь. Красота. Нравится, значит, здесь. Красота, не слава. Оно все трухляво уже, да? Дерево. Ну да. Так, вот они, 2. Красавцы. Так. И это вот сейчас чикнем. Сейчас прошли участок леса, может быть, 200 метров. Вообще грибов не было. Вот здесь стали попадаться. Эти оставим. Эти мы оставим. Подрастают. Кому-нибудь повезет тоже найти. Да. Ну что, мы продолжаем гулять по лесу. Слушать пение птиц, они прям вообще не замолкают ни на секунду. И кукушка кукует. И птицы поют. Да, красота, не слава. Тишина. Так, ну что, у нас опять очередной строчок гигантский. Шли, наверное, 300 метров, вообще ничего не было. И у Олеси еще один. Сейчас к ней подойдем. Так, у меня раз. Что-то в этом лесу мало грибов, да? Хотя лес новый для нас. Тоже не знаем, где смотреть, искать пока. Может, отходят, да? Кстати, смотри. Ножка какая длинная. А тоже мой почистишь. А, почти такие. Такой же, да, знак. Да, он такой очень порезал. Угу. Хоть чего-то есть у нас. Нам грибы не важны, нам самое главное дело. Процесс. Процесс. Походы, отдыха по лесу. Ну что, продолжаем гулять? Да. Так, вот еще одного нашла я. Строчка гигантского. Это уже хорошего размерчика такого. Ага, ночка такая молочного цвета, прям плотный. Красивый. Вот смотри, пылит он. Видишь, пылит? Где? А ты смотри, трогаешь, видишь, он парит. Споры распыляет свои. Видела? Пыль была. Mm-hmm. На видео покажу, было видно. Это вот эти вот мелкие-мелкие, это вот споры, что ли?
такая, как дымка такая была. Споры свои распылял. Ладно, пусть размножается, я не против. Стали попадаться здесь. Ну что, нам попалась. Не большая, нам, а тебе, да? Большая семейка. Полянка. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Там их много. Семь вижу, пока семь. Ну, я тебя поздравляю. Крупный улов тебе. Ну, все такие. Не очень крупного размера, но... Нормальный. Самое то. А смотри, чистый какой весь. Первый пошел. Вот сейчас, пока ты чистишь, мой нашел. Под этим. А я видела его. Видела его? Да. Ну, я просто на тебе нашел тест, который на дереве. Я его видела. Так. Смотри внимательно. Вот его нога вообще прям белоснежная. Смотри, большой какой. Это большой, хороший. Он какой? Какой? Ну-ка, покажись-ка. Руку возьми. Другой стороной. А ножку хочешь? Да. Красавчик. Красавчик. Это на сегодня у нас один из крупных. Так, смотри. Маленького не берем, пусть подрастает. Маленький. Смотри, сколько еще маленьких. Вот одного возьми. Вот этого, наверное, да. Остальные пусть. Там вот три еще малыша даже. Вот это раз, два, три. Эти пускай растут. Так, пойдем вот там, где пень, там большие. Там прям я отсюда теперь вижу, да, с этого ракурса. Там большие. Там вообще много их очень. Их тут много. Я видела одного. А они вон там, смотри, в глубине еще два, видишь? А там как руку сейчас сунешь, а там змея. А там змея. Давай сам суй. Давай. Так, подожди. Там штуки две, три точно есть. Или три даже, да. Сейчас надо ветки сухие убрать, чтобы не наколоться. Так, ну вот этого возьмем раз. Ждал, пока мы за ним придем. Вот, раз. Так, так, так. Один тут или два? Три, по-моему, все же. И один большой. Не знаю, сейчас вытащим, посмотрим. Ты меня со своей змеей-то еще напугал. Так. Прям вот песок-песок вот здесь они. Почва такая между нями. Прям видишь, насквозь вон песком пропитан. Ну вот три, значит, да? Угу. Раз. А может быть и... Двойной, думаешь, это? Нога-то может быть и одна. Одна, наверное, все же. Видишь, тело-то одно, шлеп. Два, значит. Ну, отлично, да? Да, около 10 нашли. Видишь, здесь почва совсем другая. Вот тут песок преобладает, да? Да. В отличие от нашего леса. Ну что, пойдем дальше? Пойдем, пойдем. Вон какое болото тут. Точнее, яма какая-то. Заполненная водой. Так, смотрите, какая у нас находка в новом лесу. Мы тоже нашли сморчковую шапочку. Для меня это вообще находка первая, даже не то, что в этом сезоне, наверное, в жизни. Я такие грибы не собирала ранее. Вот, Сережа ходил в лес без меня, он находил. То есть для него это не новый гриб, а для меня новый. И сначала мы подумали, что нашли их три. А сейчас я посмотрела. Там еще есть? И вот там вот вдалеке виднеется вот еще одна. Сходим? Давай сперва вот эти. Давай туда. Чтобы не возвращаться потом. Ну, пойдем туда. Не знаю только, как пройти. Давай я схожу, сорву. Да, сходи ты. Вот, видишь, возле елки там прям темнеет шапочка. Здесь, кстати, они могут быть еще, видишь, тут сыровато. Они любят такое местечко. Видишь? Да-да, сейчас я здесь полазю. Вот она. В тот раз мы пришли, готовили и сморч... И вон, кстати, еще они лежат. Да их тут много, вот смотри. Здорово. Давай с этих собираем и пойдем туда вглубь. Хорошо. Давай, где у тебя еще тут? Сейчас, подожди, я к тебе подойду потихонечку. Вот удачно как мы зашли, да? Да. Так, все, ты пробрался ко мне? Давай. Так, вот вторая. Где же у тебя уже третья? Ой, это какая, смотри, да, большая. А что, у тебя снова сегодня будет ризотто с грибами? Будет ризотто сегодня с грибами.
Так, и вот такая маленькая. И вон там пятая. Где ты видишь? Да вон стоит. А я не видела это. Вдвоем хорошо ходить. Кто не видит один, увидит другой, да? Так. Сломалась, ну ладно. Ничего страшного. Они такие ароматные достаточно. Да, еще вкусные. Только покажись-ка. Вот они какие. Так, ну что, друзья, сейчас я туда перелезу. И если будет удобно, то поснимаю, включу камеру еще вам. Покажу сморчковую шапочку. А мы продолжаем наш поход по новому лесу. Лес интересный. Надо взять на вооружение, да? Надо взять на вооружение, точки мы сейчас забьем. Так, ну вот, смотрите, пока шел до этого места, раз шапочка у меня. Рядом вторая растет. Дальше, смотрите. Третья. Четвертая. Пятая. Так, пятая. Сейчас внимательно посмотрю, могут быть еще. Так, пятая. Сейчас сюда посмотрим. Так, пока пять. Выключаюсь. Могут быть еще. Так, Олесь, давай иди ко мне. Будешь сейчас тут собирать страчки гигантские. Нашел полянку, давай. Да, я отсюда вижу. Видишь? Там, да, на том берегу, прямо воды растет. Подходи. Вот их опять, наверное, штук 5. Точно есть. Ой, вот я, смотри, иду, вот не гриб растет. Где? Вот, сейчас, подожди. Но это маленький. И все равно гриб. Гриб. Вот, да, брать не будем, пусть подрастает. Давай, где твои гиганты? Это ты столько еще шапочки там нашел? Да. Ничего себе. Давай, этот мы оставляем. Смотри, какие прям загорелые. А? Да-да-да, давай. Да, троллейбус вот этот? Да, маленький, да? А, вот куда надо, да, к воде? С той стороны, или как? Сейчас, не знаю, обойду, наверное, да. Подожди, вот так. Того дальнего начнешь, да? Да, но мне удобнее отсюда. Так. Первый пошел. Первый пошел. Корзиночку. Сейчас аккуратненько положу. И второй. Интернет появился. Ой. И второй. Красавчик. Такой. Место какое интересное, да? Да, ну, кстати, давай еще он такой. Где? Нормального размера. А, да. Чего ты нашла опять? Да вот, видишь, дают из леса выйти. И к тому пойдем. Зачок. Вот еще, да, один впереди. Тут побольше. Угу. Вот пылит, смотри. Да видишь, видишь пылит? Вижу, вот, вот теперь вижу. Вот он поры бросает, видишь? Да, он решил, что тут какое-то животное прошло, потревожило его, думает, надо быстрее. Вот тот, вот тот так же скидывал. Да? Да. Ой! Чего? Я боюсь этих слизней. А там слизни? Вот, да. Давай сниму. Давай. На, вот. На ножом. Потихонечку давай. Сейчас сковырну тебя. Фу, терпеть не могу. Ну все. Бросать не будешь больше? Вот такой. Давай, клади в корзинку. Держи. На этом наш поход в лес мы будем завершать. Это вот у нас попался. Повстречался. Да, на выходе. Из леса, наверное, уже последний на сегодня точно. Строчок гигантский. Да. Такой вот красавец. Он прям вообще. Так, на этом наше видео, говорю, будем завершать. Кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на наш канал и гуляем по лесу вместе с нами. До новых встреч. Всем пока-пока.